Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Артуэн. Сегодня мы призываем глазастого Джека. Это, ребята, он как плачущая курица и ошибка 167. В общем, будет очень интересно. Присаживайся поудобнее, бери себе вкусняшки. Но если у тебя нет вкусняшек, то просто приятного просмотра. Так, значит, еще подписывайся и ставь лайк. Ну, а мы начинаем. Так, я увидел вот такую вот страшную очень карту. Так, нам нужно зеркало, а вот так его перевернем, что ли? А хотя нет. Сейчас вот так. Да блин. Надо его вот так вот. Положить в зеркало. Так, развернуть надо как-то. Вот, да. Вот так. Все, давайте его поставим. Так. Биопортал. Портал. Так. Вот сюда его ставим. Так. Еще один портал берем. Так. Еще. И нужен еще один портал. Ну, ребята, будет очень круто. Очень круто, ребята. Я еще не знаю, придет ли он или нет. Но, скорее всего, он придет. Потому что мы много уже монстров призывали. То есть, ну, хотя мы только два босса призывали, но все равно, я думаю, круто будет. Так, вот. Ставим вот эти вот штуки. Я не знаю, как они называются. Они тоже крутые очень. Какие-то космические штуки. Ладно. Еще сделаю вот такую вот штуку. И ставлю ее вот сюда. И осталось только туда суп положить. Остался только наш любимый суп. Кстати, ребят, вы можете не увидеть, как он заходит, потому что я немножко видео обрезал. Простите, но вы можете не увидеть. Я скажу, как вам, когда он зайдет. Все, он зашел сразу? Он сразу зашел. Это такое может быть? Где он? Где? Ребята, он зашел. Я не поверите, он зашел. Офигеть, просто офигеть, он зашел. Он зашел! Так. Что нам делать? Вот он, свиной! Я боюсь. Так. Давай посмотрим. А! Вот мне улетело нафиг! Вот он. Он куда-то пошел. Он в дом хочет. А в доме у меня суп. Так, вот я и дома. Так, вот он. Вот, ребят. Ребята, вы вот. Блин, он дымовухи кидает сюда. А, полный капец какой-то нафиг. Офигеть. Он дымовуху опять кинул. Так, вот он. Он, видите, какой быстрый. А, так, он за супом пошел. Офигеть. Вон он. Он суп берет, суп. Смотрите, он его есть будет? Да, иди нафиг. Куда суп? Взял нафиг, получай. Я его убил. А, кстати, где у меня кнопка стрелять опять? А как я его убил? Так вот, давайте так будем его убивать. Так, у меня есть кнопка стрелять, да. Давай. Что, я в него попал? Да, я убил его. Вот он. А, что это? А, он мину держал. Офигеть. Вот это зашибись. А, вот он. Мина у него. Он с миной, ребята. Чел с миной. А, вот он бежит за мной. Он со мной бежит с миной. Все, он меня грохнул. Офигеть. Он, походу, самый сильный монстр. И сильнее монстров я не видал. Это будет как-нибудь его сравнить с ошибкой 167. Потому что она в прошлом... Он просто так приземлился. Я его с робота убил, офигеть. Так, вот он. Вот. У него винтовка есть. Все, я его убил, но он меня тоже убил. Вообще просто капец. Вот я могу опять в робота сесть. Так, вот он. Вот. Он вышел. Блин.
этих, ну, вот, короче, ребят, вышел. Офигеть просто. Ладно, ребят, получился очень крутой ролик, но маленький. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. С вами я был Артуэн. Всем пока!